В предыдущей серии мы завалили стену плоти и перешли в хардмод. В этой серии мы убьем механических боссов. Всем привет, на связи, как всегда, Xperion, а мы начинаем. Конечно, да, убийство мехов это будет не основная тема видео, но тем не менее... В Инфернуме мехи стали гораздо опаснее, чем они есть в Ваниле. Хотя, даже сказать не то чтобы сложнее, но довольно зрелищнее и интересней. У них появились довольно необычные атаки, а у тех же близнецов врубается рейдж-мод, когда один из них погибает. И, кстати говоря, мы вновь немножечко поломали прогрессию боссов и убили скелетрона самым первым, хотя должны были самым последним. Ну, не буду затягивать, давайте же посмотрим на нашу битву с механическим трио. Понимаешь, что мы сделали? Убили всех мехов. О, мне сет разрабов выпал. Вот так старые творения Дрейдона отправились на помойку. На самом деле, было довольно весело. Теперь у нас есть эссенция могущества, прозрения и ужаса. А они нам понадобятся для крафта очень многих вещей. Так что их убийство было обязательным. Ну и после мехов мы решили завалить несколько разных боссов, таких как акватический бич, плантера, пираты. В общем, заняться было чем. Вон мы даже фармилку сделали. Как тебе такой фарм? Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Зачарованное яблоко там... Что?! Да, нам! Да, нам! We will bubble this! Да, это, конечно, все весело, но произошло немножечко неприятное событие. Мир внезапно откатился. И все бы ничего, но те попытки, которые мы потратили на Плантеру, а их на секундочку было всего две, исчезли в никуда. И потом мы не могли убить Плантеру не то чтобы с 10-й, а даже с 20-й попытки. Как это объяснить? Да никак. Нам просто повезло в прошлые разы. Ну, нам больше ничего не оставалось, кроме того, чтобы ее просто взять и заново убить. Так что мы пытались, и все-таки добили ее. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Готов?
Типа. Полетели. А, снизу, снизу планетара. Четыре, три, два, два, один, сдохни! Вот и растение переросток пало от наших рук. Давайте же теперь посмотрим, как мы убивали пустынного, ой, блять, акватического бича. И все бы было замечательно, если бы он не лагал, как собака. Он спавнился то без частей тела, то с одной лишь головой. А его атаки вызывали такие фризы, что плакать хотелось. Но так или иначе мы его как-то убили. А еще нам почему-то выпало два мешка. Ну, не мы в этом виноваты, так что ладно. Чего? Осталось. Да он у меня отхиливается по КД. 17. Все. Да, а, да, да, меня... все, он дохнет, он дохнет, он дохнет. Это самая странная битва, которая была, вот, ну, видишь. Самая странная, да, потому что я не понимаю, сдох он или нет, он. Наконец-то мы завалили этот лагающий ужас. Кстати, до Плантеры мы убили еще одного босса, Криоген. Он тоже немножечко подлагивал,
А с него нам выпал NPC. Пермафрост. Архимаг, некогда служивший Ериму. Ну, погнали. Сука. Разъебу. Все. Поздравляю. 9, 8. О, ты убил его, хорош. Лаги-то как сразу прекратились. Вот криоген и повержен. А что у нас дальше по планам? А, точно, голем. На нем тоже было очень много попыток, но я не вижу смысла все их вставлять, потому что ролик растянется часа на 2. Да. Голем в этом инферноме — это просто нечто. Он просто превращается в какого-то босса из Undertale, буквально. Ну а вообще, была одна попытка лично у меня, когда я играл один. И он был очень близок к своему поражению. Но, понимаете, я ему оставил буквально 1000 или даже меньше хп и умер. Моей обиде тогда не было предела, но когда пришел Макс, и мы пошли вновь на него, я убил его без единой смерти. Понимаете, насколько я тогда был в бешенстве. Ну ладно, не буду тут разглагольствовать. Приятного просмотра. Погнали! We'll be right back.
Все, пошел. Все прекрасно. С первого раза. Первого раза. Не сдох. Ну вот и все. Голем повержен. Теперь нам доступно несколько, так сказать, выборов. Первый. Пойти убивать остальных боссов и, естественно, лут с них. Второй. Пытаться убить культиста-лунатика. Третий. А третьего не дано. Ну а что из этого мы выбрали, вы узнаете уже в следующей серии. Всем до скорого!